Этот человек не только мой тренер, он еще и мой отец. Ребята, вы просто не представляете себе, как сильно я его люблю. Давайте поговорим о нем. Эта тема мне нравится. У кого есть вопросы о моем отце? Пожалуйста, задайте вопросы о моем отце. Нет, задавайте вопросы только о моем отце. Нет, я хочу говорить только о нем. Пожалуйста. Хабиб, а можно задать другой вопрос? Нет, ну пожалуйста. Пожалуйста, этого хочу я. Хабиб, скажи, во время подготовки к бою, что является для тебя самым важным? Я скучаю по своему отцу. Скучаю по нему. Постоянно. Но все же скажи, что для тебя является самым важным? Моему отцу 57 лет. Ему будет 58. Очень сильный мужчина. Мы спаррингуемся с ним. Он очень сильный. Попробуйте сами, и вы поймете.